такие решения, пизды, которые никогда не работают. Лучше бы уже Почтой России отправили. Хотя бы была уверена, что дойдет нормально. И не нужно будет. Это уже как бы не первая доставка через СДЭК. Я не знаю, по какому принципу ее выбирают. Но по мне так лучше вообще запретить эту компанию. Потому что уж сильно она негативных отзывов собирает. Причем это касается всего. Их службы оповещения, их персонала, который с трудом говорит по-русски, а украинский вообще не знает. То есть на каком языке с ними разговаривать, неизвестно. В общем, упырчатая коробочка такая. В ней полностью раздавленный после таможни, немного поцарапанный, ужасного качества, конечно, аппарат. Более детально рассмотрим попозже. Короче, вообще ни о чем пинцет. И, соответственно, это тоже. Не, понятное дело, что это страшная вещь, но такую страшную вещь не стыдно будет потерять, но очень стыдно будет вам показать. В общем, как-то так. Ссылка будет в описании. Всем, кого заинтересовало, прошу в описании. Заказывайте себе, стоит копейки. Для туризма, не знаю, пойдет или нет, делать надо будет отдельный обзор. Ну а пока, всем пока.